Сам я считаю, что, по большому счету, это преступление без потерпевших, хотя криминальная составляющая присутствует. Посыл любого граффити в том, что тебе никто не указ, что ты идешь на улицу и не паря сделаешь этот город таким, каким хочешь его видеть. На мой взгляд, как вид искусства, граффити динамично и подрывно, и непредсказуемо. Одни скажут, что граффити разрушил их жизнь, а другие, что спас. Адреналин зашкаливает, когда ты только еще планируешь свое преступление. У истоков всех выдающихся движений нищета, борьба, люди, терзаемые голодом, жаждущие чего-то. Движение стрит-арта стало таким в значительной мере под влиянием Бэнкси. Он аутсайдер, диссидент. Бэнкси уверовал в то, что это художественное течение. Мы начали покупать печатные станки, мы стали покупать галереи. Он придумал великую вещь — показать людям, что искусство можно воспринимать по-разному. Он стал эдаким гибридом. Уличный художник, общественный деятель, провокатор, автор граффити. Все в одном. Как художник, ты задаешься вопросом, а какова цель? А цель такова. Я действительно хочу изменить мир. Я хочу работать по-крупному, масштабно. Вот тут Бэнкси и изменил правила игры. Мы понятия не имели, что натворим. Просто придумали, да и все. Продано за 860 тысяч.